Художник Андрей Закарицкий узнал о конкурсе по созданию герба Луганской области незадолго до его окончания и поначалу даже не собирался принимать в нем участие. Но затем все-таки начал думать над проектом герба. В конце концов, Андрей Витальевич нарисовал несколько вариантов и три из них предложил на суд устроителей конкурса. Сами члены жюри начали спрашивать, а какой из этих трех вариантов подойдет в качестве герба Луганской области? Вот. Я должен сказать, конечно, это беда не только у нас в области, это беда вообще всей процедуры, которая связана с утверждением гербов, не только областных, районных и городских. Потому как члены жюри, которые собираются, они в основном не являются специалистами в области геральдики. Они могут быть специалистами, историками, художниками. Но геральдика – это наука достаточно специфическая, она имеет очень четкие определенные законы. И поэтому не специалисту именно в этой области очень тяжело сориентироваться, хороший этот герб, плохой, почему он плохой, какие есть в этом гербе, в том или ином проекте недостатки. После того, как я поговорил с членами жюри, вот мы обсудили эти варианты, начались как бы доработки, переделки, начались всевозможные депутатские комиссии, у которых у депутатов были свои пожелания. То есть это начался тот марафон, который длился, если я не ошибаюсь, около 5 месяцев, может быть, очень долго. И вот, казалось бы, создание герба Луганской области окончено. Проект одобрен и принят членами жюри. Но буквально за день до сессии областного совета, на которой символ области должны были утвердить депутаты, Андрей Витальевич услышал гимн Луганщины. Под воздействием музыки художник создал еще один вариант герба. Он работал всю ночь, а на утро предложил депутатам на рассмотрение два проекта. Один одобренный жюри, а второй созданный ночью в эмоциональном порыве. И мнения депутатов разделились приблизительно 50 на 50. Ни один из вариантов не был утвержден. И вновь началась кропотливая работа. Шла работа по корректировке отдельных элементов герба, по, будем говорить, окончательной доработке деталей. Вот. И опять же, многочисленные собрания членов жюри, многочисленные депутатские комиссии, которые со своими предложениями предлагали туда вставить все, что только знали, хотели, чтобы там были и колбы, и шестеренки, вот, и тепловоз. Ну, практически все, что у нас в Луганской области производилось, выпускалось, бегало и росло, должно было здесь поместиться. Были, конечно, очень многие споры насчет того, какие именно элементы должны быть. Вот. Если говорить об элементах, единственный спор, у которого не было, это вокруг байбака суслика, который является очень редким зверем и занесен в Красную книгу. Зверем, который является как бы нашей гордостью. Вот. Споры разгорались по поводу казачества. Хотели туда вставить какой-то элемент казачества. Споры разгорались по поводу химической промышленности, по поводу угольной промышленности, металлургии, вот, сельского хозяйства. И поэтому пришлось буквально каждый сантиметр этого герба, каждое поле отвоевывать, защищать, потому что невозможно в этом гербе отразить полностью все. Конечно же, на одном гербе невозможно изобразить все символы, которые бы рассказали и о прошлом Луганского края, и о его сегодняшнем дне. По законам геральдики, герб не должен быть перегружен деталями. Нужно выбрать самое-самое, ту основную, характерную черту, которая подчеркивала бы индивидуальность нашей области и в то же время была бы понятна и узнаваема.
Наконец-то, в результате долгого творческого поиска и родился тот вариант герба, который мы с вами знаем. О чем же может рассказать герб Луганской области? Пояснение для нас дает автор. Главным элементом в этом гербе является малый щиток. На золотом фоне изображен черный квадрат, это знак угля, пламя и два молотка. То есть это как бы символ нашей промышленности, которая есть в Луганской области. Угольная промышленность, металлургия, машиностроение. Вот. Это основной символ. Теперь эта часть – это развитое сельское хозяйство и животноводство, в котором особо выделяются четыре наших известных, очень старых конезавода. Потом идут два поля красного цвета, из которых одно из них символизировало казацкую доблесть, а второе – революционные заслуги. Вот. И, наконец, вот это поле, зеленое с байбаком, символизирует наша степь, то есть климатические условия, степная зона, и с ярким представителем этой степной зоны байбаком. Потом уже в процессе обсуждения добавилась так называемая оконечность. Эта оконечность, раньше ее не было в проекте, она добавилась с солнцем. Вот. Что характерно для этой оконечности, почему именно она здесь появилась? Потому что Луганская область – это самая восточная область Украины, и как бы солнце здесь восходит, солнце Украины восходит с Луганской области. Теперь будем говорить об окружении. Ну, это был 97-й год, как бы тоже не совсем было распространено некоторые положения украинской геральдики еще до нас как бы не доходили, и поэтому практически во всех гербах, которые делались в то время, присутствовала национальная символика. То есть вот видите, сине-желтая ленточка, на которой написана Луганская область. Эта ленточка обвивает два колоска, которые символизируют также богатство и развитое сельское хозяйство, и две дубовые ветви, которые символизируют боевые и трудовые заслуги жителей нашей области. Может быть, мало кто обращает внимание на такой небольшую полоску над знаком угля. Эта полоска в геральдике обозначает искру. То есть понятие искры, вот такая полоса, узкая, как бы оранжевая полоса. Это символ искры, а весь подтекст всего этого герба был такой, что вот из искры возгорится пламя. То есть это пламя и трудовое, и революционное, и боевое. Мы знаем, у нас была и молодая гвардия, и революционных событий очень много, которые решающую роль внесли в создании нашего общества и нашего края. Считает ли создатель герба Луганской области Андрей Витальевич Закорецкий свое творение совершенным? Нет. Как настоящий творческий человек, он самокритичен и видит недостатки в своей работе. Но украинское геральдическое общество по достоинству оценило созданный им символ Луганщины. В своем письме председатель геральдического общества пан Андрей Гречило подтвердил, что герб Луганской области вышел удачным и оригинальным. По своему содержанию хорошо символизирует область, отвечает всем требованиям геральдической колористики и композиции, верно решен графически, практически не имеет замечаний. Это письмо, можно сказать, является и геральдической экспертизой. Другими словами, у достойной области достойный герб. Thank you.